Якутян призывают проверить свои участки перед распределением бесплатных гектаров. С 1 октября жители Якутии в рамках федерального закона о предоставлении дальневосточного гектара могут подать заявку на любой незанятый земельный участок на территории республики. Учитывая, что на кадастровой карте отмечены не все участки, необходимо внести в органы местного самоуправления уведомление о наличии прав собственности на такие объекты. Срок предоставления уведомлений до 1 сентября этого года. Сегодня не все жители Якутии успели защитить свои земельные участки. К сожалению, многие из них не поставлены на кадастровый учет. Имея вот такие вот свидетельства на руках, люди успокоились. Но для того, чтобы быть уверенным, что они защитили свой земельный участок, им необходимо внести уведомление в орган власти о том, что за ними закреплено это право. Очень важно нам всем мобилизоваться и направить свои силы на сбор этих уведомлений. Нам нужно успеть до 1 сентября. Для этого необходимо, чтобы все депутаты местных администраций прошлись по каждому дворам, каждой семье, объяснили и собрали эти уведомления.